Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Renato Space. И помните, я как-то раз показывал и делал обзор на данную вещь. Это кейс для хранения всяческих деталей от Лего. И он спустя все то время, что не было обзоров или апдейтов на этот кейс, достаточно хорошо пополнился, в нем гораздо теперь больше всего. Но речь сегодня пойдет не о нем, если, конечно же, напишите в комментариях. Делая обзор на первый кейс, я, конечно же, его сделаю. Но сегодня я бы хотел рассказать вам про мой второй кейс, который был куплен месяца 2-3 назад, так образно говоря. И чем же он заполнен, собственно, давайте его откроем. Здесь сразу же вы можете видеть отделение, где он заполнен всяческими рандомными, различными, случайными деталями. Вот тут туловище, кстати, которое я должен буду переложить вот в эти туловища. Здесь их, кстати, достаточно много уже. В общем-то, здесь много разных деталей, не буду всех их перечислять. Тут ниндзяга вот есть, крейзи скелетик. Дальше у нас плащ от Lego Castle 2007 года. Затем у нас тут различные головы. Вот это черепок, черепок бонзая. Еще голова, плащ. В общем, тут все рандомное. Здесь у нас по большей части шлема и различные шляпы. Все, что... Головные уборы, в общем. Просто говоря... Это головные уборы. Здесь у нас короны, опять же, шлема различные, маски ниндзя. Все, что угодно здесь можно найти. Вот даже такой шлем средневековый. Такой раньше у лучников, по идее, был. В общем, здесь у меня шлема. Что у нас здесь? Здесь у нас различное вооружение. А если говорить точнее, то тут по большей части различное холодное оружие. Допустим, вот такие вот мечи. Кстати, я приклеил его к руке, так как он... Китайский, в Лего такого никогда не было, но качество очень хорошее, поэтому решил, почему бы нет. Одной рукой все-таки пожертвовал. Собственно, здесь, конечно же, имеются все различные оружия, как я уже сказал. Ну и, в принципе, ничего более интересного тут нет. В следующем отсеке у нас щиты. Конечно же, это не все мои щиты, и не все мои оружия, и не все мои шлема. Так как если бы это были все, мне бы понадобилось кейсов так 30 или 50. Ну, в общем-то, здесь у меня различные щиты. Данные прозрачные с чимы, многие из них. Вот этот, допустим, мунбриковский. Думаю, многие уже заметили по качеству и вот этому небольшому слою облоя. Ну, в общем-то, да. Здесь у меня различные... Вот шляпка, кстати, она должна идти в этот, сюда. Шляпа эта была у Черной Бороды. А это все волосы различные, также я которые там поднаходил, я их сюда запихнул. Но с этой стороны меньше всего, но гораздо более интересно. Опять же, с этой стороны у меня рандомные детальки, туловище с ногами, тоже бриковское. Здесь леговский топор, в принципе, все кроме вот такого плана туловищ и ног, это все лего. Далее моя голова, ну не моя, а голова из Bloodborne. Я помню, делал обзор на мини-фигурку из Bloodborne, если хотите, посмотрите. Это мой Бейн, который я не сделал в итоге. Да. Это все закончилось плачевно. Здесь у меня, ну, в общем-то, один бриковский человечек. Я на нем тестирую различные оружия мои кастомные. Здесь это у нас что? Бронежилет. Кстати, он не Лего, он от Creo Трансформеров была такая серия, даже сейчас, наверное, есть. В общем, не знаю, но я его взял оттуда. Здесь одна пара волос и противогаз, что ли? Нет, это, скорее всего, баллон для дыхания под водой. Ну и здесь самое интересное, в общем-то, идет. Как я уже говорил, это не Brick Arms, это замечательная компания Lala выпускает. Замечательное просто вооружение. Он Brick Arms отдыхает, действительно, посмотрите. Тут не все, конечно, Лоле. Вот это Лего, это Томпсон 21-го года вроде. Ну, в общем-то, Лоле выпустила вот все вот эти вот различные, похожие на Brick Arms вооружения. И, в принципе, на фигурке по этой серии, вот этой компании у меня уже были. Поэтому, если хотите, можете, конечно же, посмотреть. Вот тут есть снайперская винтовка даже. А здесь у нас просто экипировка различная также от этой замечательной компании. Вот, допустим, такие ремешки. В кобуре пистолет вы можете заметить. И граната дымовая. По идее, дымовая, да? Есть просто такая и световая.
Вот, и в черном цвете такая же имеется. Вот у меня выпала отсюда снайперская винтовка. Давайте все сюда поставим. Здесь еще один бронежилет, только уже не Крео, а Лили. Ну что же, вот такой вот получился обзорчик. Надеюсь, вам мой обзор понравился. Ну а с вами был я, Доминато Спейс. Всем удачи и всем пока.